Дом на пересечении Садовой улицы и Вознесенского проспекта – настоящий шедевр в стиле эклектика. Высокая башня со сложным абрисом не случайно напоминает средневековую ратушу. В Европе в них размещались городские управы, и этот дом предназначался для всевозможных казенных учреждений Санкт-Петербурга. Возвышаясь над улицей и проспектом, шпиль здания как бы вторит адмиралтейской игле. В соответствии с традициями Ренессанса, нижний ярус здания оформлен тяжеловесным рустом серого камня, а верхний выложены светлым кирпичом. Циферблаты часов под куполом обрамлены барочного вида цветочными гирляндами. Но, конечно, любопытнее всего готичные чудовища на фасадах. Гоблины, грифоны, летучие мыши – настоящий бестиарий. Венчают дом фигуры филинов, строго взирающих на Петербург. Редкий случай. На протяжении более чем 100 лет роль здания в городской жизни остается неизменной. По-прежнему изрядную часть помещений занимают правительственные учреждения, а необычный облик дома служит украшением северной столицы.